Ну что, друзья, всем привет. Очень по вас, по всем соскучились. Да, скоро мы с вами увидимся, буквально через 5 дней. Мы увидимся на одном из самых глобальных бизнес-форумов в году. Сегодня мы хотим вам пожелать в следующем году не просто роста, да, мы хотим вам пожелать именно новых званий, закрытых званий, открытых званий в драгоценных командах. Да, будьте в следующем году лучшими наставниками для своей команды. Будьте, превзойдите себя по сравнению с 2017 годом. Всегда меняйтесь в лучшую сторону. Всегда сравнивайте себя с самим собой сегодняшним, с самим собой вчерашним. Мы очень сильно ждем, чтобы вместе с вами быть не только на банкетах директоров, да, а быть на золотых конференциях, на бриллиантовых конференциях. Да, вы знаете, что мы всегда готовы вам помочь. Мы всегда на связи днем, ночью. То есть мы полностью в вашем распоряжении, да, так что, друзья, вы прекрасно понимаете, что мы с вами находимся в лучшей команде, в лучшей компании, и вы видите, да, что каждый каталог открываются новые звания бриллиантовых, сапфировых, исполнительных директоров. Вы видите, да, что, несмотря ни на что, компания идет вперед, люди растут, кто бы что бы ни говорил, рост он есть, да, рост он был и рост будет однозначно. И самое главное, это говорю, никогда не останавливайтесь, не предавайте свою мечту, не отказывайте от своих целей, да, слушайте только успешных людей, да, и идите вместе с ним в одном направлении. Ну и что хочется, конечно же, вам сказать сегодня, наверное, признаться вам в любви, потому что вы у нас самые лучшие, самые крутые, самые надежные, самые активные. Вы все знаете, вы все умеете, просто, ну вот, чуть-чуть поднажать, и будут новые звания, будут новые результаты. Мы уверены, что действительно мы с вами будем отдыхать на бриллиантовых конференциях вместе с каждым дружной нашей большой семьей, командой наших с вами директоров. Любим, гордимся вами, желаем вам, да, огромных больших званий и вообще исполнения тех целей, которые вы запланировали в 2018 году. С любовью, Матвеевым, с Новым годом! Все, с Новым годом, друзья!